Всем привет! Вы на канале Мэн Лего. Не волнуйтесь, что так долго не было видео. Я никуда не пропадал. Я просто сейчас леплю вот этот чарджер. Ну и еще со школой были всякие проблемы. Вот, меня один из моих подписчиков попросил слепить вот такой вот Dodge Charger из пластилина. Я леплю Dodge Charger Доминика Торетто. Скоро у него на капоте будет такой большой нагнетатель, воздухозаборник. Пока здесь такой вот двигатель. Вот, Мопар. А в салоне стоят кресла. Руль у меня, я поставил сюда пластиковый вот такой вот. Он не из пластилина. Вот такой вот капот классный. И пока вы можете написать в комментариях, как он у меня получается. Я лично считаю, что форма сама кузова вот эта у меня получается очень здорово. И мне самому это нравится. Давайте закроем капот. А вот здесь будет располагаться такая чарджерская решетка фирменная. Ну, сзади я еще не делал, но машина уже наполовину готова. Скоро я ее закончу и сделаю полноценное видео с полным ее обзором. А на этом всем удачи, всем пока!